Всем привет! Вы на канале Вяжем дома, и сегодня в этом видео я покажу вам, как связать вот такой вот узор. Называется он квадратики. Так выглядит лицевая сторона, а вот так вот выглядит его изнаночная сторона. Раппорт данного узора 5 петель плюс 1 и плюс 2 кромочные. Высоту он 8 рядов. Особенность этого узора в том, что все лицевые ряды вяжутся лицевыми петлями, и схема будет приведена только лишь для изнаночных петель. Итак, приступим к вязанию рисунка самого. Первый лицевой ряд я уже провязала. Вот они, я провязала лицевые петли. И сразу же переходим к вязанию второго ряда. Первую кромочную мы снимаем. Дальше вяжем одну лицевую и 4 изнаночных. Это раппорт нашего узора. 1 лицевая и 4 изнаночных. Повторяем так до конца полотна. 4 лицевая. 4 изнаночные. И в конце петельку провязываем лицевой и кромочную тоже лицевой. Переворачиваем вязание. Это у нас лицевой ряд. Вяжем его просто лицевыми петельками. Это у нас будет третий ряд. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем четвертый изнаночный ряд. Раппорт этого узора такой же, как и второй, то есть кромочную сняли, 1 лицевая и 4 изнаночных. Повторяем, 1 лицевая, 4 изнаночных. Лицевая петелька. И 4 петельки изнаночных. В конце провязываем 1 лицевую и кромочную тоже лицевой. Вы можете кромочную вязать изнаночной, кому как нравится. Так, дальше у нас 5 ряд лицевые петли. Переворачиваем на изнаночную сторону. Шестой ряд мы вяжем точно так же, как второй и как вязали четвертый. А именно, сняли лицо, лицевая, 4 изнанки. Повторяем так еще до конца полотна. Лицевая, 4 изнаночных. И последнюю петельку провязываем лицевой и кромочная петелька. Седьмой ряд он у нас лицевой, значит, провязываем лицевыми петлями. И восьмой изнаночный ряд мы будем провязывать тоже лицевыми петельками.
все, мы провязали высоту нашего узора. Вот так он выглядит. Лицевая его сторонка и изнаночная. Узор очень простой, но тем не менее выглядит достаточно эффектно. На мой взгляд, он очень хорошо подойдет для вязания свитеров мужчинам. Он такой лаконичный, ничего лишнего в нем нету. Подробную схему и описание вы можете посмотреть у меня на сайте. Сайт называется Knit Home, вяжем вместе. Активную ссылку оставлю под описанием к этому узору. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!